Когда жираф и капибара встретились на своем первом свидании, жираф был очень впечатлен красотой и умом капибары. Он увидел, что она была довольно умной и интересной, и они начали общаться о многих вещах. Жираф и капибара пошли вместе на прогулку в парке, где они наслаждались красивыми видами и уютной атмосферой. Они гуляли, общались и узнавали друг о друге все больше и больше. После прогулки они пошли в ресторан, где жираф заказал для капибары самые вкусные блюда. Они наслаждались едой и общением друг с другом, и жираф понял, что он нашел свою любовь. На следующий день жираф и капибара пошли на свидание в зоопарк, где они наслаждались общением со своими друзьями-животными. Они провели день весело и интересно, и жираф знал, что он нашел свою половинку. После этого свидания жираф и капибара стали парой, которая любила проводить время вместе и наслаждаться жизнью. Они были счастливы и довольны друг другом, и жираф знал, что он нашел свою любовь на всю жизнь.